Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам глобальное обновление Майнкрафта 1.2.10. И да, ребятки, это первая бетка. Сколько еще будет беток и когда будет релиз этой версии Майнкрафта, пока что неизвестно. Но я, ребятки, знаю только одно, что после этой версии выйдет обновление Майнкрафта 1.3. И именно эту версию мы с вами ждем. Но об этом не сейчас, об этом будет немножечко в другом видеоролике. И, ребята, собственно говоря, это обновление очень крутое. Помимо исправления различных ошибок и багов, в этом обновлении были добавлены новые функции. Да, наконец-то Маджонг начали нас удивлять. И, ребята, сперва я ничего такого-то и не заметил, но когда немножечко полазил в настройках, полазил кое-где еще, заметил эти изменения. И, кстати, ребята, в этой бетке было много чего убрано. Я надеюсь, что в следующих бетках это вернут. Помимо этого, ребятки, теперь, когда мы нажимаем на кнопочку, не появляется эффект щелчка, ребята. То есть мы просто нажимаем на кнопочку, и вот она нажимается. Но раньше, когда мы нажимали, к примеру, на любую кнопочку, она как бы, ну, создавалась иллюзия щелчка, ребята. Но пока что это убрали. Но я надеюсь, что в следующих бетах это вернут. Ну и, ребята, давайте мы с вами зайдем в вкладочку «Видео». Ну и здесь вы сами все хорошо видите. Пару функций просто-напросто, ребята, передвинули вверх. Да, теперь они находятся не внизу, а вверху. Для чего это сделали? Скорее всего, ребята, для того, чтобы было более удобнее. Но теперь, ребятки, все настройки, графики находятся внизу. И, кстати, что касается скрыть руку, да, ребята, теперь все эти функции находятся сверху, то есть теперь не придется листать куда-то вниз, и это очень круто. Ну и помимо этого была увеличена дистанция при рисовке чанков, ребята. Теперь, к примеру, на более мощных видеокартах, на более мощных устройствах, доступно, ребята, не 20 чангов, это было раньше, к примеру, а доступно 28 чангов. И я скажу, ребятки, что на такой пририсовочке видно просто весь Майнкрафт. Но благодаря этим новым функциям появились просто колоссальные баги с пририсовкой. И теперь пририсовочка настолько медленная, что, ребята, просто жесть, очень реально жестко стало в Майнкрафте. Помимо всего этого, ребята, добавили пару новых функций в создании мира. Эта функция меня довольно сильно удивила, и я так не понял, ребятки, не понял смысл ее здесь. То есть, ребята, дистанция симуляции пририсовки, то есть максимум 10 чанков, минимум 4. Что это за симуляция пририсовочки, пока что мне неизвестно. Но, ребята, Маджонг так и не созволили перевести вот это меню World опции. Они так и не захотели сделать перевод данной опции. Ну, я надеюсь, что в скором времени она появится, ребятки. То есть, появится перевод. Но это не так важно. Меня больше интересует вот эта функция, о которой разработчики-то ничего и не сказали. Я почитал полностью список изменений. Да, ребята, там изменили очень-очень много всего. Много чего пофиксили. И да, ребятки, это очень круто. Это реально, ребятки, очень. Просто реально очень круто. Ну и, конечно, что это за функция, мне пока что неизвестно. Что касается самого игрового мира, ребятки, там ничего не изменили. Но я вижу, что теперь окошечки создаются намного быстрее. И меня, ребята, это как-то радует. Да, все работает намного быстрее. Это очень-очень круто. Ну и, ребятки, это практически все. Все остальное, ребята, это баги, которые были и вправду исправлены. И это очень круто. Вот за это Маджонгу большое спасибо. Ссылочку, ребята, на данную версию Майнкрафта я оставлю в описании. Поэтому, если что, переходите и скачивайте. Ну а на этом все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому, до скорых встреч!